Последствия карантина. Положили лицом в землю и нанесли увечья. Предприниматель, хозяин вот этого заведения, после общения с патрульной полицией угодил в больницу. Одесский предприниматель Петр Юрочкин по требованию патрульной полиции прибыл на место торговли. Он является владельцем ларька на побережье в районе 14-й станции Большого Фонтана. У стражей порядка возникли претензии относительно способа реализации товара. Юрочкин же настаивал, что закон не нарушал. Мужчина, что вы делаете? Мужчина, что вы делаете? Как результат, у предпринимателя сотрясение мозга и телесные травмы. Представители одесского малого и среднего бизнеса уже отреагировали на ситуацию. Ситуация, которая сложилась на 14-й станции Большого Фонтана, возле торговой точки, она вопиющая. И хотелось бы, конечно, акцентировать внимание на правовых действиях того или иного сотрудника, того или иного предпринимателя. Сотрудники полиции без каких-либо оснований пришли с проверкой. На каком основании? Кто дал добро? То, что мы видели на видео, кроме как демонстрация силы и произвол, мы назвать не можем. Сейчас пострадавший находится в 11-й больнице на Слободке. Журналистам комментировать произошедшее он отказался. Впрочем, как и представители патрульной полиции. Будет ли проведено служебное расследование в отношении полицейских, пока не ясно. Константин Гречаный, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».